Привет, перед началом ролика я хочу, чтобы ты поставил лайк, подписался на канал и написал какой-либо комментарий. За все эти выполненные действия ты можешь получить халявную соточку на свой киви кошелек или банковскую карточку. На сатанчик с прошлого ролика ограбил меня вот этот вот человечек. Отпиши мне в личное сообщение ВКонтакте с пруфами, что это ты, и я тебе все переведу. Также не забывайте, что я играю и снимаю на проекте Wolf RP, мой сервачок это Saint-Louis. И если вы захотите поиграть вместе со мной, вместе сходить на каптики и все такое, то регистрируйтесь на мой промокод хэштег Лепард, за него получите ускоренную прокачку аккаунта и кучу разных бонусов, которые видите сейчас на экране. И также при достижении третьего уровня пишите мне в личное сообщение ВКонтакте, и тогда лично от себя я накину вам еще 200 тысяч на лапу и помогу прокачать ваши аккаунты. Ну а я в свою очередь начал снова активно играть в сампик и понял то, что на каптах что-то я как-то себя неуверенно чувствую и все такое, и поэтому решил поменять свои настройки мышки, игры и так далее. Если вам интересно, то давайте наберем 100 лайков, и я солью свои настройки и сделаю видос с советами, как лучше контролировать собак, как держать мышку. Накладывайте себе картофельное пюре с курочкой, за окном осень, наливайте горячий чаечек. Желаю всем приятного просмотра, а кто кушает, приятного аппетита. М4 плеером быть, конечно, круто, наверное. Если бы я сейчас сдох из-за того, что у него на башке остался, я бы удалил эту игру навсегда. Сейчас будет фраг. Что у меня с персонажем? Ого, я нашел место, где буду припарковываться, походу. Джереми Скотт, мои шузы. Эй, фраг, иди сюда. Серега Лепард, на скилли. А ну идите сюда. Реально на скиллухе, ёпта. Так, это был бесы? Это был бесы. А текстурка-то простреливается, ёшкин кот. Ща, хеллоу. Оп, кабанчиком. Нет! Дезл не добил. Серго норм, ну чел оценил мои настройки новые. Я за мир во всем мире, главное, чтобы дома меня не пиздили моего, и все. Дабл хитик залетел. Тысячка залетела со слайдика. Добили. Девочку. Подцепили тоже. Главное, букетик один не подцепить. О, Бибика едет. Давай, газуй. Хай. Еще одна бибика. Подонок! А, убили меня! Серьезно, ты хочешь драться со мной? С Серголи Пардом! С новыми настройками! Не, братуха, не надо. Это моя любимая парочка, сейчас я им снова пизды дам. Чисто всегда вдвоем бе. О, нихуя! Пизды я получил. Давай, без стенки. Не успел зайти обратно. Ох ты! Подонок такой! Тихо, брат, надо отступить немножечко. Да, суки, вы бляски. Станьте, пожалуйста. Брат, спаси. Так почему ты по мне стреляешь? Я свой. Хелло, убей вот его. Да, брат, я свой. Отстань ты от меня. Вон, сзади бежит чувырл. Убей его. Ты че хили... Блин, он захилился. Какие же классные текстуры дерева в этой игре, это просто что-то с чем-то. Если бы я сейчас умер чисто из-за того, что он в анимации валяется, потому что его сбили, я бы... Ой, как недоволен был, мне кажется. Ну, у него Децл. Да ну. Не, не выживет. Вот если бы я из-за прыжка умер, я бы вообще только сейчас негодовал. Он сбил? Что это было у него? Странная анимация какая-то, ладно. Ставьте лайк, если вы тоже ловите постоянно стан с первого патрона. Вы видите это скопление, которое бежит ко мне? Я вот вижу. Опять! Этот же челик, он станет мне с первого патрона. Ну что за хуйня? Ну столько колокольчиков, я не должен просто так упасть.
Да хватит давить меня. Да хватит, пожалуйста, угомонитесь. Да что я так фейлю-то? Сэмочка сидит вдвоем. Ой, это молодцы какие. Ладно, я все равно здесь умер, поэтому... Хотя бы вот этого еще с собой заберу.